В связи с обострением ситуации в Украине и возросшим числом иностранной военной техники вблизи границ Российской Федерации, в Москве приняли решение развернуть группировку войск на крымском направлении. Соответствующее заявление сделал сегодня, 16 сентября, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во время очередного заседания коллегии. По словам Шойгу, одной из приоритетных задач командования Южного военного округа стало развертывание полноценной и самодостаточной группировки войск на крымском направлении.